Скоро новая часть «Голодных игр», поэтому я решила разрисовать футболку. Да, и вот такая вот вещь у меня получилась. В этот раз я решила немного поэкспериментировать. Я взяла две краски, красную и желтую, губки, которые нарезала в виде языков пламени, файл, на нем я размешивала краски, стекло, которое подложила в футболку, саму футболку, собственно, и трафарет. Да, и не обращайте внимания на то, что там двойной рисунок, просто я никак не могла определиться с размером, и распечатала два, и потом уже прикладывая на футболку, решила, что лучше будет тот, который побольше. И как вы заметили, здесь я трафарет взяла не как раньше, где мы вырезаем внутренности и их закрашиваем, наоборот, здесь у нас нужный нам рисунок остается, наоборот, не закрашенным, а то, что мы рисуем, остается вокруг. Для начала я отрезала грубую часть губки, потому что так потом будет проще вырезать по контуру. На мягкой части рисуем языки пламени разных размеров и вырезаем их. Прокладываем футболку чем-нибудь гладким и твердым. Я, например, беру стекло из-под рамки. Расправляем и приклеиваем трафарет. Я его вырезала заранее. Смешиваем частично краски, макаем губку и штампуем. На самом деле результат от этой задумки я ожидала получше. Поэтому, когда это огромное оранжевое пятно высохло, а я хотела, чтобы оно было желто-оранжево-красное и желтое еще, и желтое, и красное-оранжевое, и чтобы это все было вот так тык-тык-тык-тык-тык, я прошлась сверху обычной кисточкой. Рыжее солнце превратилось в подсолнух. Сначала мне не нравилось вообще. А потом она повисела, я ее погладила. Да, мои краски марабу, они требуют проглаживания после высыхания для закрепления. Она мне повисела, и я так мимо ходила, и думаю, блин, а она классная? Угу. И теперь она мне нравится. Пишите ваше мнение по поводу результата в комментариях, но я буду экспериментировать дальше.